выход в основные соревнования была выполнена. Но вот тренер Виктория Волчкова, к сожалению, она сейчас не смогла приехать по понятным причинам. Она в декретном отпуске, и фигуристка без тренера выступает. Возможно, это сыграло свою роль в не самом удачном выступлении на предварительном этапе. Но, тем не менее, помним мы чемпионат Европы, где блеснула Полина Коробейникова. И вот она уже дебютирует на чемпионате мира. Проблемы были серьезные, начались уже в самом начале программы, когда не смогла выполнить каскад Полина. И вместо каскада тройной флип, тройной тулуп, мы увидели только один прыжок, тройной флип, который был исполнен не очень чисто. Была серьезная ошибка на выезде, что и не позволило ей исполнить каскад. Ну и... затем исполнила она тройной, тройной Ридбергер. Ну и в целом в дальнейшем справилась она со всеми элементами. Двойной аксель был удачно исполнен. Вращения, у нее все вращения четвертого уровня. И все тоже, все вращения тоже с... ну, вот это как раз тройной Ридбергер в ее исполнении. Ну вот, если бы, конечно, не ошибка в самом начале, она фактически осталась без каскада. Кстати, если вспоминать предварительные соревнования, то там
то ли от волнения, то ли по каким-то другим причинам, но Полина Коробейникова выполнила лишний каскад, который, естественно, зачтен не был. Она получила за него 0 баллов. На чемпионате 149,41 балла, но сейчас результат ввиду отсутствия каскада, наверное, ниже. Но вот я вижу оценки из-за компонента. Да, и общая оценка 46,71 балла. Оценка за компоненты где-то в среднем в районе 5-5,5 баллов.